Привет, зритель! Октябрь оказался очень холодным. Сейчас заварю чайку и вернусь. Ну что, соскучился по мне и хочешь увидеть новые промокоды? Рейд постоянно радует меня и тебя новыми промокодами. И в этом видео я собрал все только самое лучшее, что ты можешь получить. А те, кто хочет имбовый бонус на аккаунт, я говорю про 2 легендарки и 2 эпика на аккаунт, подписывайся на канал, ставь лайки и смотри ролик до конца, чтобы забрать максимум. Врываемся! Хочешь новый аккаунт, но быть как все и начинать игру с редким чемпионом – это не для тебя? Тогда забирай целых 2 эпика на свой аккаунт, просто за то, что ты начинаешь игру. Для этого открывай описание и выбирай ссылку с бонусом, который больше нравится. По первой ссылке забирай эпик чемпиона Громобой на старте за регистрацию, а на 25 уровне аккаунта второго эпика Анакс. Громобой союзникам помогает бафом возрождения после смерти и бафом защиты, этим спасает от фатальных ударов, а обычными атаками накладывает дебаф атаки и скорости. Анакс ПВЕ дамагер, своим дебафом яда наносит очень много урона, а также дает врагу слабость, что увеличивает урон еще больше. Также он может лечиться от наносимого урона, и когда получает дамаг, то дает себе бафы при потере процента здоровья. По второй ссылке получишь чемпиона Великий Галлики на 25 уровне, Заргалу, а также немало ресурсов. Великий Галлик отличный ПВЕ чемпион с сильным дебафом выжигания здоровья. Также дает себе бафы и в целом чемпион отличный и простой в экипировке. Заргала дамагер для ПВП и ПВЕ контента, повторные атаки после убийства это ее фишка, а постоянные дебафы защиты не будут давать врагу опомниться от этого огромного количества урона. И ты можешь бесплатно проверить этих чемпионов лично. Третья ссылка – это самый новый бонус. И за регу ты получишь драху всесильную с ресурсами. Также качайся до 25 уровня и забирай эпика Фейнс аналогичным набором ресурсов. Драха всесильная – лучший саппорт-чемпион, которого только можно получить себе на старте. Главная фишка в том, что она дает пелену союзникам. И прелесть – это воскрешение. Ее очень просто экипировать и использовать в любом режиме. Фейн дамагер ядовик, который идеально подойдет для ПВЕ контента игры. Она крадет шкалу хода целей, отравляет и дает дебаф атаки. И главная особенность, что дает штраф защиты и слабость, при этом восстанавливает себе часть здоровья. Самый новый набор, который стоит твоего внимания. И любой игрок почувствует преимущество благодаря таким чемпионам. Создавай аккаунт, забирай чемпионов и проходи все активности, где хочешь испытать этих эпиков. Просто лучшее, что только можно получить на новый аккаунт. Получить этих эпиков ты можешь за пару минут с ПК или смартфона. На ПК открывай ссылку, которая тебе больше всего нравится. Заполняешь 3 строки, которые по очереди сменяются, никнейм, пароль и почту, а далее качаешь игру и она запустится сама. На смартфоне попадаешь на страницу, где нужно нажать на вот эту кнопку, а затем в магазине приложений просто скачивай рейд с бонусом. А сейчас, дорогой зритель, приготовься. Покажу все промокоды, которые работают на сегодня. Есть даже новые, которые ты увидишь впервые. Не забывай, что промокоды есть 2 типов. Для новичков, которые только создали аккаунт, и для всех пользователей, которые в игре больше 48 часов. Новички могут ввести только один код новичка. Выбирать нужно рассудительно. Коды для всех пользователей богатые на ресурсы, но их можно вводить все каждые 24 часа. Куда вводить коды? Быстро покажу тебе. Открывай меню для ввода кодов на ПК или Android вот так и вводи вот тут промокод. Пользователь iOS, сканируй QR-код с экрана. На этом сайте вводи личный ID, который можешь взять из профиля, и нужный промокод. Firebird дает чемпиона Мордекай и ресурсы. Очередной промокод на Мордекай. Кто-то удивлен? Я нет. Но это не просто какой-то прикол от разработчиков, ведь это отличный выжигатель здоровья. Он дает баф атаки союзникам, сокращает шкалу хода врага и очень сильно дамажит выжигание. Free Frog. Промокод дает чемпиона Тараги Жабоморд с ресурсами. Чемпион поддержки, который провоцирует и отравляет врагов, и крайне полезен для команды тем, что дает себе баф щита, отражение урона на союзников, а еще лечится, чем повышает выживаемость команды.
Mage Out. Промокод дает чемпионам мавзолейник и ресурс. Отличный саппорт чемпион. Помимо дебафа скорости, он крайне полезен для команды. Дает баф крита, баф защиты и блок дебафов. И самое важное, что будет полезно в любом режиме, снимает дебафы. И как фишка, лечит союзников. Huntmaster. Этот промокод дает сахатого рыцаря и ресурсы для его прокачки. Все, что нужно базовому дебаферу, находится в одном чемпионе. В навыках есть и дебаф атаки, и защиты, и скорости, а союзникам он дает баф меткости. Этим он увеличивает шансы наложить дебафы на противников, и урона будет больше. Самый универсальный и проверенный чемпион из подборки. Monkey King. Код дает легендарку Сун Вуконг и ресурсы. Вуконг – дамагер для PvP. Все из-за того, что блок бонусов и оглушения крайне полезны именно на арене. Также он умеет превращать врагов в овец, а еще он воскрешается через 3 хода после смерти. Midgame Top – самый новый промокод на легендарку Зигмунд Высокощит с ресурсами на развитие. Прогресс получения бонусов будет отображаться в игре вот тут. Чемпион будет на 30 уровне. Польза танка, что он провоцирует и может выдержать много урона. Также важно, что он снимает бонусы с противника и накладывает дебаф атаки. Для команды более полезен тем, что дает щиты и усиление. Must have. Скорее выбирай промокод новичка для себя, так как их срок работы ограничен. А я перехожу к промокодам для всех пользователей. Вводить уже можно все, которые увидишь далее, без ограничений. Amberfall 2GT и RaidX OTK – осенние промокоды, которые все еще работают и дают немного ресурсов, которые пригодятся тебе, зритель, для прокачки и развития. А вот два офигенных кода с большим сроком работы – Yearly Gift и 1M Gift. Если кто-то еще не успел ввести, забирай много ресурсов и поделись кодом с другом, так как я знаю, что еще не все успели ввести этот код. А вот промокод, который только появился, если уже кто-то успел ввести все коды ранее озвученные, поспешите ввести данный код и получить неплохой набор ресурсов на прокачку. И самый новый промокод OKT Fest дает по 10 банок пива каждой стихии и 200 тысяч серебра. Немного, но пригодится, и работает он только для пользователей, которые давно не заходили в игру. Может что-то изменится со временем, но пока так. Скорее вводи этот код, так как срок действия крайне ограничен. Вторую легендарку раздают бесплатно в событии «Погоня за Локки». Всего за первые 7 дней ты заберешь чемпиона Локки и сет экипировки, а также ресурсы. Рекомендую успеть войти в игру, чтобы забрать именно этого чемпиона, так как в будущем его будет почти невозможно получить. После первого этапа «Погони за Локки» будет второй этап. Тебе всего лишь-то нужно играть вот в этих активностях, а когда накопишь нужное количество баллов, 1050, забирай душу 5-го ранга для Локки и много полезных ресурсов. И что дальше? После всех бонусов, которые мне удалось откопать и показать в ролике, пришло время показать тебе лучшую подборку чемпионов, которых можно собрать на одном аккаунте. Безошибочная комбинация для доминирования в игре. По ссылке забирай Громобоя и Анакса на 25 уровне. За промокод новичка забирай первую Легу Зигмунд. Провокация и доп. Защита будет повышать выживаемость команды. Далее легендарку Локи гарантом получишь за первые 7 дней входа, а также дополнительные бонусы во втором этапе погони за Локи. Ну и конечно же вводи все промокоды для всех пользователей и забирай ресурсы. Чемпионы — это круто, но без прокачки и ресов ты ничего не сможешь, поэтому качайся скорее. Создавай аккаунт и врывайся скорее в игру, чтобы получить офигенных чемпионов в рейд. Две легендарки на новый аккаунт ранее было получить невозможно. Забирай всех и начинай доминировать со старта. Надеюсь, тебе понравились мои бонусы, зритель. Если ты знаешь еще какие-то способы бесплатно получить бонусы в рейде, напиши мне в комменты. Я их все читаю и лайкаю. Не забывай про лайки и подписки, они увеличивают твои шансы, что тебе выпадет легендарка. И что в следующем ролике будет новый промокод. А еще смотри больше контента на моем канале, там есть полезные гайды новичка и ролики по промокодам. Увидимся!